Всем привет! Пришла моя посылка от интернет-магазина «Мыло Опт» 4 октября 2018 года. Заказ был упакован вот в такую вот коробку. При пересылке ничего не повредилось. Все ингредиенты упакованы в герметическую тару с фирменными этикетками. На этикетках указана самая необходимая информация. Название, срок годности, страна-производитель и масса. Это мой первый набор для изготовления мыла с нуля. Как для новичка, решила взять основные часто используемые ингредиенты. На сайте магазина «Мыло Опт» в блоге есть огромное количество полезной информации по изготовлению уходовых косметических средств, масса проверенных рецептов и, самое главное, теория – понятно и доступно. Удобная навигация по сайту. При выборе товара мы видим подробное его описание, применение, характеристики. Есть демонстрационные видеоролики и отзывы покупателей. Перейдем к рассмотрению посылки. Я заказывала базовые твердые масла. Это кокосовое масло, пальмовое, пальмоядровое, масло ши. Вся упаковка по 900 грамм. Производитель Малайзия и Германия. Это масло ши германское. Также килограммовая упаковочка каустической соды. Все герметично. Ничего не просыпалось. Перейдем к базовым жидким маслам и уходовым маслам. Начну, пожалуй, с литровой бутылочки рафинированного оливкового масла. Производитель Германия. Также решила взять небольшие упаковки по 100 мл жидких масел. Касторовые две бутылочки. Масло абрикосовой косточки, масло миндальной косточки, масло зародышей пшеницы. Все производители Германия и Индия. Индия – это касторовое масло. Также решила попробовать смесь базовых масел. Называется «Нежность» для сухой чувствительной кожи. В состав входит масло абрикосовой косточки, масло миндальной косточки, масло авокадо и масло жожоба. Буду пробовать делать дегтярное мыло, поэтому нужен деготь березовый. Вот такая вот упаковочка 30 мл. Все герметично. Будет также применяться добавочка сера осажденная 50 грамм. Масло ним нерафинированное, тоже вот в такой вот пластиковом контейнере, герметически закрытом. Ну и еще плюс в пакете, то 25 грамм, Германия. Какао тертое 100 грамм, масло какао рафинированного. Добавка ланолин, буду использовать при изготовлении детского мыла. Ну и ароматы для мыла, куда же без них. Эфирные масла корицы, мускатного ореха, кедра, амбролюкс, эфирное масло мяты, апельсина. Буду использовать для других мылиц. Отдушки. Вот, например, 100% богиня – это аромат розы и ванили. Медовый мусс, мед и молочко. Цитрусовая феерия. Название само за себя говорит. Ну, подробно о каждом масле можно будет узнать, перейдя по ссылке под видео. Посылкой я довольна. Огромное спасибо магазину. Буду заказывать еще.